Официальный старт выставки дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он сразу обозначил приоритеты аграрной политики в стране. Высокотехнологичный пищепром, качественные и доступные по цене продукты на столах наших потребителей, граждан Российской Федерации. Для достижения этих показателей используется целый ряд инструментов долгосрочного и оперативного планирования. В текущем году на развитие сельского хозяйства из бюджета планируется направить более 230 миллиардов рублей, а именно 237 миллиардов рублей. Участие в «Золотой осени» принимают больше 2500 предприятий. Ключевой раздел выставки – экспозиция регионов. Один из крупнейших павильонов в Москву привез Краснодарский край. Делегацию возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, Кубань намерена потеснить импорт мяса птицы. Тем более, что сейчас этим продуктом производители края полностью обеспечивают региональный рынок.